наступательными силами в ответ на ядерный удар противника. Порядок проведения тренировки доложит начальник генерального штаба генерал армии Герасимов Валерий Васильевич. Товарищ Верховный Главнокомандующий, к тренировке привлекаются. Под вашим руководством проводится тренировка по управлению вооруженными силами Российской Федерации генерал армии Герасимов Валерий Васильевич. Добрый день, товарищ Верховный Главнокомандующий, тренировки привлекаются. Подвижный грунтово-ракетный комплекс, ракетный поезд стратегического назначения.